Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Edge 50 Ultra. И сейчас я покажу вам, как включить резервное копирование Google. Итак, мы открываем настройки и проходим в раздел «Система». Выбираем резервное копирование и выбираем, для чего нам нужны резервные копии. Это может быть фото и видео и другие данные на устройстве. Нажимаем «Подтвердить». И нажимаем «Настроить резервное копирование». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.